Почему же площадка под бассейн не плоская, как обычно, а вогнутая? Почему балласт под бассейном не преет? Почему я не использую химию для бассейна? Почему я не использую насосы для бассейна? Сколько стоит то, что я добавляю в бассейн вместо дорогостоящих реактивов, вместо дорогостоящих картриджей? И сколько обходится обслуживание бассейна? Обо всем этом смотрите в роликах на моем канале в плейлисте «Бассейн». Этот бассейн используется уже 5-й сезон. Самое главное – собрать правильно этот бассейн. Сначала собираем обруч, потом ставим его на ноги. Вы спросите, где же лучше хранить этот бассейн зимой? Я хранил его и в тепле, и на улице, на холоде. Разницы я не заметил. При сборке очень важно вот эти стойки поставить правильно, запустить за ремень. На сборку бассейна у меня уходит 1 час. И 28 часов для того, чтобы его заполнить водой. Прошло 25 часов, можно заливать секретный ингредиент. В этой бутылке то, что я добавляю в бассейн вместо химии. Это есть дома у каждого. Это обычная крещенская вода.